фонд фестиваля успешно работают судостроители Балтийского завода имени Серго Орджоникидзе. Молодые ленинградцы приняли решение о проведении ударной вахты в честь 40-летия Победы и 12-го Всемирного фестиваля за почетное право представлять на нем советскую молодежь. Бригада сварщиков Михаила Козлова трудится с особым энтузиазмом. И это понятно. Средства, заработанные ударным трудом бригады, пойдут в фонд фестиваля. И кто знает, может быть, среди делегатов и участников 12-го Всемирного будут и они, судостроители Балтийского, комсомольцы 80-х, труд которых воплотится в пароходы, строчки и другие долгие дела.